Старейший ростовский кинотеатр больше не работает. На входе «Киномакс Победа» появилась вывеска с надписью «Закрыто». Все это время показ фильмов здесь проходил лишь в одном зале, не оснащенном цифровым оборудованием. Тем временем кинокартины на пленках стали выходить все реже. Оснащать «Победу» современной аппаратурой, которая может не окупиться, руководство не стало. Как пояснили в компании, еще в прошлом году здание продали частному лицу. Новые собственники решили закрыть кинотеатр. Что будет на его месте, пока неизвестно. Благодарность от оргкомитета «Сочи-2014» получил председатель Донской контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Благодаря вашему вкладу в общее дело игры прошли на высоком уровне и стали настоящим праздником для спортсменов, гостей и зрителей во всем мире, говорится в официальном письме. Добавлю, Валерий Хрипун входил в состав ревизионной комиссии. Она контролировала финансовые средства, направляемые оргкомитету на подготовку и проведение различных олимпийских праздников и встреч, включая церемонии открытия и закрытия. Перед прыжком максимальная сосредоточенность и никакой бравады. Погружаться в искусство паркура Андрей начал 8 лет назад, вдохновленный фильмами с Джеки Чаном. Сначала домашняя мебель, потом лестничные пролеты и заброшенные здания стали спортивными снарядами для тренировок. Дальше от моего дома были только недостроенные здания. Ну, то есть, представьте, никаких детских площадок, 90-е, никаких игрушек, ничего подобного. Тяжелое время. Дети предоставлены сами себе, родители на работе почти, ну, с утра до ночи. Вот, чтобы семью прокормить. Вот. Такая уличная, можно сказать, уличное воспитание. Тренировался на песке, траве и в воде, на речке, чтобы никаких травм. За столько лет ни одной серьезной, хвастается паркурист. Сегодня его подстраховывают коллеги по экстремальному цеху. Дать старт спортивной выставке паркуристы должны эффектно. На них пришли посмотреть десятки любителей пощекотать нервы. Они знают законы физики, основы медицины и анатомии, а вдобавок поголовно увлечены философией. Философией полета. Как раз парением в воздухе ростовские мастера паркура собираются удивить зрителей. В программе рекордный затяжной прыжок над головами. Чем больше голов, тем лучше. Добровольцев набирают из зала. После яркого открытия выставки «Спорт, отдых, экстрим» гости разбредаются в поисках товаров для отдыха. Кто-то для экстремального, а кто-то для вполне спокойного. Любитель именно рыболов. А уже что-нибудь присмотрели? Ну, много всего интересного, тяжело выбрать, реально тяжело. Ну, что-нибудь новенькое, приманки для хищника, лодки смотрю. А вы рыболов-любитель? Да, рыболов-любитель, в основном по хищнику, перешел с карпа на хищника. Если рыболовы только готовятся к отдыху на реках и озерах, то эта девушка уже организовала для себя водное хобби. В непромокаемых носках она будет стоять все дни работы выставки до 13 апреля.